Здорово, меня зовут Леха. Мы находимся в Масловке. Вчера у нас здесь, в Масловке, был сильный ураган. Дуло с Воронежа нанесло много мусора. В том числе и вот это. Но мы решили воспользоваться ситуацией и протестировать то, за что моя сестра дала бы любому. Она и так любому дает. Ну тебе же не дала. Так я и не любой. Заткнись. Продолжаем. Сегодня тестируем железную пони Deo Matiz. По краш-тестам у Матиза самые плохие показатели. Поэтому мужики в Масловке дарят своим женам именно Deo Matiz. В автомобиле есть одно креативное решение. Второй бардачок вместо багажника. Так, заглянем под капот. О, машина уже прокачанная. Ремень ГРМ от Versace, розовый антифриз. Так, что тут у нас в бачке омывателя? Мартини. Что, в натуре, что ли? Или просто омывайка? О, грабли уже здесь. Это хорошо. Спасибо. Ладно, давайте попробуем завести машину. Что-то не заводится. А! Так, на спидометре 100 км в час. И обратите внимание, это я еще не нажал газулю. Хорошо, что ветер подул. Ну да, ладно, жму газ. Ничего не меняется. Зеркала заднего вида очень хороший обзор, это минус. Лишний раз видно, на какой страшной тачке мы едем. О, походу комар в лобовуху попал. Почему? Там вон трещина пошла. Я думаю, вы понимаете, что Кэмерон сейчас признал, что он все-таки второй. А теперь давайте узнаем мнение богини. Ну, в общем, маленькая, жесткая, как погремушка, медленно едет. Ну, короче говоря, она мне очень понравилась. Блин, не могу понять, что девушкам нравится в Матизе. Ладно, раскрою секрет. Благодаря этой машине можно почувствовать себя любимой женщиной. В ней очень мало места и практически нет капота. А как одно с другим связано? Меня наконец-то довезли до кровати. Ну, в общем, тачка, честно говоря, дерьмо. Мне кажется, такую тачку могла себе купить только какая-то тёлочка, и все. Ты чё, машину хотел мы, а? Ты кто, ты чё здесь делаешь, а? А ну смотри сюда! Короче, у этой тачки всего два преимущества. Очень мало места и практически нет капота.